На канале PolsNet Live меня зовут Саня, и сегодня мы узнаем, насколько живуч смартфон Xiaomi 13T. Уже Xiaomi 13T Pro мы гоняли с вами вчера на Твиче, сейчас мы будем гонять Xiaomi 13T. И в чем их магическое свойство? В том, что в рублевом эквиваленте они стоят выгодно. Я не знаю, почему такие космические промокоды именно на Российскую Федерацию у нас распространяются у Xiaomi-шного магазина. Вполне возможно, как вы знали, что в некоторых онлайнах магазинов Европы стали убирать Xiaomi и т.д. и т.п., и им надо куда-то девать девайсы. В целом, устройство интересное, Dimensity 8200, ну, во всяком случае, все, что вам нужно знать, вы узнаете в ролике завтра. А сегодня мы с вами погоняем это устройство, вы послушаете. Сейчас вы слышите, как работают его родные микрофоны, как работает его фронталка. На меня сейчас свет не падает специально. И в целом смартфон за свои деньги хорош. Не неплох, а именно хорош. Насколько он хорош в играх, мы сейчас с вами проверим. Переходим к игровому процессу. Всем привет! Так, и сейчас я проверяю, есть ли звук. Если есть звук, то мы входим в PUBG в состоянии нирваны. Я сейчас измеряю, сколько у нас яркость экрана. Ускорено, поделено, подтвердить. Все сейчас подтвердим, проверим. Twitch. Пишем, как у кого дела. Напоминаю, что все это дело, если вы смотрите на YouTube, я все-таки это выгрузил. Я тестирую на Твиче и потом уже выкладываю. Не успел застать начало. Какой смарт? Xiaomi 13T. Видишь, написано тест Xiaomi 13T. В этот раз никаких секретов, потому что уже старт продаж прошел. Вот. Скоро на работу, Дмитрий. Ну, ты сегодня ночью? Мне кажется, я, короче, перестал болеть, но у меня сил нет вообще. Я не знаю, мне даже встать сил нету. Не то, что... Я не знаю, как... Ну, хорошо, что пока что-то получается. Вот. У тебя силы есть, Дмитрий? Так, надо из чехла вытащить. Надо измерить. Ну, сейчас мы зайдем сначала. Без Pro понял, а плюсы не будет? В YouTube спрашивали. А плюсы нету у них, даже в продаже нету. Откуда? Подожди, Xiaomi 13, 13T они только представили. У них не было больше ничего. Если бы было, я бы, наверное... Ну, не факт, что знал бы, прям знал бы. Нету. Я единственное, что не покупал из, получается, линейки Xiaomi вообще за все время, или не получал, это 12S. Ну, как ты понимаешь, это рендеры. То есть то, что у меня на руках, это я не покупал, потому что их невозможно купить заранее. Вот. Пам-пам. Это все не важно. Я, по-моему, столько Xiaomi-шек перезапокупал. Я 13-й Xiaomi Redmi Note 13-й, получается, на 50% дороже купил на Алишке. Жду, если вышлют, будет круто. Ага, видишь, нужно еще обновить эти штуки все, чтобы у нас не подлагивало. Так меня бесит постоянно вот эти догрузы. Ты вроде бы перед стримом прям проверил. И если бы не гигабитный интернет... Опять же, у нас, кстати, интернет сейчас 50-мегабитный. Но он все равно должен тянуть. На нем зато никто не висит и ничего не висит. Так что проверим. Роман, привет. Так, сейчас мы догрузим. И я потом проверю яркость. Быстро грузит. Ну, видите, тут почти все загружено. 237 из 238, из 238, 224 из 282. Скорость 6 мегабайт. То есть, в принципе, довольно оперативненько должно закончить. Так, завершена HD текстура. Так, давайте выставляем сейчас благополучно. У меня там такие зарубы идут, я не знаю, оголтелые фанаты. Увидели тротлинг тест нормальный, не увидели, что Вантуту, он, ну, Вантуту вообще печаль, стресс-тест. Вот, так, 90 FPS, и, наверное, я выставлю здесь высокое, но качество графики ультра не буду выставлять. Да? Или выставить? Не буду, не хочу. Пусть чуть-чуть попробуют прожить без этого.
Так, что опять слетело? Опять слетело. Еще декоративный ресурс какой-то на что-то на 2 гигабайта, что ли? Прикиньте. Или на сколько это? Нет, на 200 мегабайт, ладно. Роман, как у тебя дела? Плюса не будет. 13 плюс. 13 плюс. Redmi Note 13 плюс есть. А Redmi Note... А Xiaomi 13T это аналог 13-ки. Просто на другом процессоре. Но еще раз повторяю, все равно я против Dimensity. То есть МТК лучше Qualcomm, короче, по мне. А, довольно неплохо стримит, 1080p 30 fps мы выбрали, ультра не будет, да. А, проверяю яркость, давайте я выйду сейчас. Выйду, проверю яркость, мы запомним это дело. И вроде нормально ты выздоровел. Да не нормально, 812, нет, я еще 812 люксов. Извините, я вообще еще нифига не выздоровел. Ну, я выздоровел, наверное, потому что меня не колбасит, у меня просто сил нет. Я не знаю, как объяснить, но кратко даже тяжело вставать. То есть там ходить под съемы делать, еще что-то. Я себя даже стрим заставил вести. Вот. Так, и чего у нас интересного? Подбор матча. Так, опросы у нас, кстати... А, это у нас iPhone, айфончик сразу находил. И мы забыли, 68%. 68% и секундомер надо выставить. Секундомер 68 и секундомер. Стоп, сброс, старт. Все. Все. Мы теперь готовы ко всему. Так, и, наверное, надо открыть еще Twitch, чтобы видеть, что вы пишете. А, во, норм. Все нормально, выздоровел. Всем привет, Саня, привет, Роман, привет. Подбор матча. Да мы бы продолжали, здоровье важнее. Ну да, да. Нет, ну видите, у меня, наверное, в этом не все в порядке с головой, в плане, если я какие-то себе цели наметил, что я должен что-то сделать. То есть я буду, я не знаю, ну, я, допустим, когда мы бежали на первом курсе марш-бросок, у меня была пневмония, и, ну, из-за меня, кстати, сняли с курса балл, потому что последние, ну, 5 километров мы бежали, и последний отрезок, там, метров 150, я в оборок упал, короче, уже все, меня заменили. И тогда меня откачивали первый раз от пневмонии. То есть я не помню, как меня там отвезли. Но один из таких примеров, что вроде до конца, но иногда тело не выдерживает этого конца. 2.13, да что ж такое вообще? Какая-то печаль. Так, посмотреть журнал всех действий. Вообще очень долго ищет, видите? Непонятно почему. Очень странные дела. И мне кажется, что это все равно от смарта зависит, потому что яблоко находило сразу же, при тех же самых условиях. Пардон. Да у меня уже все готово, он у меня уже полностью прогнан. Мне вход-выход записать и вот сейчас протестировать его до конца. А, со скольки, а сколько по километру? 5 км был, Роман. Мы тогда пятерку бегали. Там стандартно. АКшка на тебе, противогаз. По-моему, в шинелях еще бегали. Может быть и нет уже. Я же первый год в шинелях был, еще двубортные, не солдатские такие, не двубортные, не офицерские. Серые. Тяжелые были. Вот, и, по-моему, сапоги. Вообще какая-то лажа, 3.41. Ну что это? Это вот чисто Xiaomi-шка.
То есть, что у нас еще так долго искало? Как можно искать 4 минуты? Вообще, мата нету просто. Ну, уже 4 минуты еще, 4. Антирекорд просто какой-то. Кто больше называется, да? Вот такие моменты бесят, потому что ты вроде бы заходишь в игрушку, она, по идее, должна быть популярной. Дукат, привет. И 4 минуты ищешь сервер. 4.30. Ну, это какой-то бред. При том, что, скорее всего, они на этот сервер накидают опять ботов и все. А, еще раз, Тесай, мы тестируем, почему здесь всегда. Потому что здесь показывает FPS, он реальный. То есть, если, допустим, вы посмотрите в интернете, как сделать так, чтобы Xiaomi показывал реальный FPS. Это в игре дело, а не в телефоне, да я в курсе. Матч найден, все. Ну, теперь можем запомнить, 67, все-таки 67, не 68. И, наверное, заново надо засекать. А то так нечестно будет. Как IP67, да? Есть секундомер 67. Стоп, сброс, старт. Все, понеслась. Ты монстр. 5 пробежать это круто. Не, перестаньте. Я двадцатник бегал. Так все бегали. То есть тут не из разряда кто-то хуже, кто-то лучше. В этом-то, наверное, и магия, что не было тех, кто не бегал никогда. Это так кажется, что невозможно. С лишним весом тяжело бегать, я-то дрищ. Но марш-броски конкретно мне никогда не нравилось бегать, потому что доп-нагрузка, потом колени болят, прям трындец. Вот. Слегка бесит. И бежим. Бежим мы куда-то, бежим. Сейчас я музыку найду. Музыка. Ей. Пусть чуть-чуть будет на фоне. Главное, чтобы здоровье было. Все эти результаты. Ну, опять же, видите, это уже ближе к 40. У меня через 2 месяца уже 40 лет. Я смотрю на своих сверстников, особенно тех, кому хотелось, допустим, не знаю, красивого тела, они обкалывались химией. У них такие сейчас проблемы, прямо жесть. Или те, кто были в спорте высоких достижений, у кого там не просто КМС какой-нибудь, а там мастер спорта, МСМК. Все на анаболиках. Вот. То есть ты сегодня получаешь, а завтра за это расплачиваешься, притом непропорционально долго. Что живешь обычно не один год же, правильно? А на вершине ты недолго. Особенно обидно за тех, кто просто ничего не занял, а в итоге здоровье потерял. Так, мне 35 стукнуло рядом. 62 FPS, видели просадку? 35, отличный возраст. Береги суставы с молоду. Да, да. У меня нет проблем с суставами. Нету. Главное пить воду, да? Это раз. Два, правильно питаться более-менее. Спать. Не курить. Не курить, не пить. Я единственное хорошо эту неделю, что болею люто. Я не могу кофе пить. Меня от него аж выворачивает. И то есть теперь еще мало того, что не курю, не пью, еще и кофе не употребляю, но умираю от гриппа, да? Такая забавная штука. Кто не курит, то не пьет. Костный бульон полезен за... Молодость полезна для суставов, а все остальное это уже припарки для трупа. Да? Ну да, но уже хочется все равно советовать людям сохранить эту молодость и всегда думать о том, что завтра оно обязательно придет. Нет, не опоздал, в смысле задержался. Да, как можно на стрим опоздать? Ну сегодня, конечно, да, вчера там по поводу iPhone 15 Pro Max
народы бомбило. А сегодня по поводу 13 Pro тоже не меньше бомбит. Зачем мне возмущение? Ну, я-то тут при чем, что они делают одно и то же. Как будто это, не знаю, никто не знал, что они будут клепать просто с разными процессорами одно и то же чертову тучу времени. Смотрите, FPS как слетает сразу. Ввиду сферы деятельности. Ну, вообще, суставы легко убить в любой сфере деятельности, мне кажется, по дуре. Там, не знаю, не подкладывать себе ничего под колени, если будешь бортировать колесо и все хотя бы. Правильно? О, типы идут. Идут типы. Ух ты, ёшки. Как я отвернулся, да? Телефон на беззвучке, уведомления не заметил. Ты сегодня с огурцом? Не понял. Какие уведомления? Не сказал бы, что я огурцом. Я сегодня трупацом, еще большим, чем вчера. Вчера меня обкапали, я хотя бы был дееспособен. А сегодня вроде меня не колбасит, но сил вообще нету. Говорю, коэффициент полезного действия 20%, наверное, вообще. Сам себя бешу. А, не увидел уведомления о стриме. Опа, ничего ж себе, как он издалека лупит. Даже похоже не на бота. Почему-то 19 патронов только. Ну ладно. Зеленый и в пупырышках. Не, я бледный и без признаков жизни. С пустыми глазами. Мне еще там головняк появился с этим, с нотариусом сегодня. Вроде все хорошо было, но... Короче, хорошо, что я никакой, поэтому не особо нервничаю. Кстати, после OnePlus Ace 2 Pro не смотрел обзора. Было что-то, что лучше справилось с игрухами? Не. По мне, нет. Там был аналог, сейчас я скажу. Напомните мне. Копипаст фактически, то же самое. Так, наверное, надо все-таки пулеметик взять. Кто напомнит мне, что там было после Ace 2 Pro? Тоже китайская версия. Но он был похуже, правда, все равно. Все, он уже начал греться прям конкретно. Конкретно начинает греться, но я не вижу, чтобы яркость сбросилась. Хотя, может, и сбросилась. Опа. Вот он. Ой, ничего себе, он не умер. Это да. Так. Дорогим, может быть, этот. Да, 40 патронов норм. Покомфортнее будет. Может быть, не лучше, но покомфортнее. Подлагивания начались чуть-чуть. Не знаю, почему FPS не показывает, что он проскакивает. Ну ладно, так. Опа. Ассасин Вальгала накатил. Прохожу, сижу. Джиггернаут из колды. Да. Мне бы просто дожить до завтра, да? Лучше джип. Лучше джип. Пусть даже без верха. Так, я не помню, где мы вообще на карте. Мы туда поедем, все. Мне кажется, народу больше всего как раз и бесит, что вроде бы тест такой элементарный, один, второй, съемка и игра. И слишком все на поверхности. То есть, ну, игра популярная, популярная. Не знаю, камера у всех должна снимать, у всех.
Говорю, а 15-ку я не зря купил, я теперь со всеми девайсами вообще буду сравнивать ее, ну, во всяком случае, дороже 300 долларов. Потому что это логичнее всего. Ну, ты моложе, чем я. В феврале 40 это еще зелень. Опа. Очень похож был на небота, кстати. Потому что прям так усиленно стрелял. Может, даже не бот был. Бот или не бот, вот в чем вопрос. Иногда болеть полезно, потому что ты начинаешь задумываться о многих вещах, о которых мне прям давно так не колбасило, лет 15, наверное. И ну, ты реально начинаешь думать о том, что у людей бывают проблемы, и, может быть, не стоит быть столь радикальным в некоторых вопросах. Я Samsung жду новый, еще и Palas. Будет интересно камеры с 15-м яблоком сравнить. Ну да, S24 я сразу куплю. Вот. А, кстати, у меня Fold и Flip-то куплены тоже. Просто они приедут ко мне в октябре только. Fold и Flip у меня на руках. А 15 Pro надо сделать обзор и отвезти своему оператору, чтобы он у него снимал, Игорь. Вот. Пардон. Красная зона. Так он горячий. Не дико, но горячий. Пока не вижу никого. О! По-любому. По-любому клиент. Устрее еще. Опа. Прям такой, с претензией, как будто не бот. 57, видите, 56 FPS, 55. Ты еще грозился на какой-то пылик модный сделать обзор, который ты еще подарил. А не делал? Наверное, нет даже, кстати. Я даже забыл уже. Ладно, в громадье. Так, надо оптику где-то взять. Все будет. Дайте я с мобилами разгребусь. Сейчас у меня 13T, потом 13T Pro, потом Redmi K60 Ultra, потом Realme C51, который мне уже пришел, потом Redmi Note 13, который, наверное, придет быстро, и потом уже что-нибудь там... BIP-5 надо пообозревать. Надо пообозревать мибровские. У меня часы там три разных шлакоблочных штуковины. У всего есть система. Опа. Это что ж такое-то? Вот. Прям не бот. Прям не бот. Прям вообще... Прям стреляет, как не бот. Да, и не бот был. Блин, а там еще. Как он мог столько вложить патронов? Ну ладно, его проблема. И что он здесь сделал у моста? Очень странные дела. Теща подарила. Теща подарила. Какой я не... Это давно было, наверное. Это, наверное, было очень давно. Так, о. Опа. У кого-нибудь из ботов хотя бы оптика появится когда-нибудь, нет? Во. Услышали мои стенания. Хоть какая-то оптика. Пусть X2, но... Лучше, чем ничего. О! Еще X6. X3. Все. Огонь. Живем. Сюда так. Все. Так. Наныл прицел, да.
наныл. Если долго ныть, то игровые боги тебя услышат. О! Что, ты аж двух, что ли, снял? Подозрительно. Так, и тут где-то тип был. Если я его правильно увидел. Да. Вот он где бежал. По болоту. Что ему надо было здесь, непонятно, правда. Думал, может, безопасно здесь. О! Типы. Все боты идут на стрельбу. Под звуки стрельбы теряют волю. Что там с зоной? В центр бежать. О! Еще раз здравствуйте. А что вы сегодня здесь собрались? Протестировать 13Т. Ничего больше или меньше. Глеб, привет. Надо его чуть-чуть погонять. По яркости он не сбросил еще. То есть FPS, видите, еле держит 60. Но с яркостью все норм. Так, я не туда бегу. Не туда побежал. Не туда побежал, еще и стрелять начал. Ужас. Куда деваться? О! Даже не побегу обратно. Нечего там лутать. Так, надо, наверное, куда-то сюда идти. Через болото. И... Что, по уму никого вообще, что ли? Да, болеть это плохо. Непривычно, вот что самое ужасное. То есть я вообще был как-то морально не готов. У меня сейчас был как раз момент самой такой активности должен был быть. А в итоге оказалось, что, видите, все в трубу. Сил нету. Ну ладно, кое-как что-то вывез, что-то рассказал. Такие, конечно, слегка грустные обзоры. Умирающим голосом. Там каждый второй пишет: купи себе нормальный микрофон. И хочется ответить: голос себе купить надо нормальный просто. Где ты сейчас снимаешь обзор? Сформулируй. Планета Земля. Евразия, континент. Да. Это да. Чтобы не болеть. Там сзади два типа. На высоте. Если один из них не бот, то мне кердык. Я как на ладони здесь. Да не на постоянку, конечно. У меня уже был момент слабости, когда я чуть не уехал. Месяца два назад. Но для обзоров это самая тема. Я получаю девайсы чуть ли не первые, если вы не заметили. Все потому, что здесь очень-очень-очень быстрая почта. Да, иногда иммунитету нужно обновиться.
Тем более поменял климат. Но, говорю, без нытья очень непривычно. Очень непривычно. О! Есть. Это 13Т обычный, а прошлый был 13Т Pro. Вот. Они просто внешне очень похожи. Но K60 Ultra — это другой смартфон, повторяю вам. А, обычный 13-й лучше или нет? Так они даже размеров разные. Скорее, смотря чем. Смотрите, здесь беспроводной зарядки нету, 13-й и 13-й Pro. И я все-таки против Dimensity. Ну, если есть вариант купить на Qualcomm, лучше брать на Qualcomm. Но это мое субъективное мнение. Очень много живых еще для такой зоны. Очень прям много. Да, маленький экран, было прикольно. Ну, видите, жалкое подобие левой руки у GT5. Попытка это. Мне кажется, половина народа, кто видит этот GT5, думают GT Neo 5. И поэтому ролик толком никто не посмотрел. Потому что народ не понимает, что уже вышел GT5. Сейчас во время глобалки они до них дойдет. Когда глобалку выпустят. Если выпустят. Я думаю, выпустят. Какой же он горячий-то, а? Прям аж подбешивает. Dimensity не энергоэффективен. Ну, не похоже на это. На драконе почему-то хуже фоткает, чем на Эксинесе. Все в руках программистов. Я считаю так. О, я дошел до дропа этого. Не мытьем, так катанием. Ну что, здесь был заруб, нет? Ваши ставки. Или все забили? По сути, все забили, прикиньте. Ха. Вообще вещь. Вот так оно и бывает. Все. Упаковано. Зачем мне эти штуки? Мне болики нужны. Ладно, черт с ними. Так, на грозе у меня X2, все. Опа. Там какие-то... Вот, фриз был лютый. Лютый фриз был. Здесь стрельба была. О, тип. Клиент. Есть один. Никто не гарантирует, что сзади никто не подойдет, да? Могут и сзади подбежать. Еще и учитывая, что я обозначил, что я здесь во, вот там. Есть один. Где-то здесь еще есть. Где? Ничего себе, он как громадный.
Вообще красавец. Не видно было вообще. Очень грамотно. Сколько Mi Band 8 глобалка вышла? 3400, по-моему, она выходит. У меня есть, кстати. У меня, кстати, есть вроде. Я даже не помню откуда. Но я все равно возьму еще. Потому что, может, и нет. Микрофон после яблок уши режет. Скузи. Скузи. Не всем быть яблоками. О! Не стебется, что ли, блин? Не стебется. Два. Ну, эти хотя бы я видел ботов. Нужно менять локацию. Так, и куда бежать? Вот туда наверх. Окей. Здесь уже 7 живых. Все будет очень быстро. Саня, будешь Honor 90? Я уже купил Honor 90, я же сказал. Он уже в пути. Глобалка. Где? Ага. Перезаряжается так быстро, вообще шикардос. Так, прогруз какой-то. Так, и разумнее всего получается бежать туда. Есть зона. 5 живых. К центру зоны. Либо по краям бегать, да, либо к центру. Пока не вижу никого. Скорее всего, какой-нибудь бот в зоне останется. Наверное. Или нет? Что сейчас купить? 15 Pro Max. Что сейчас купить? Если есть деньги. Но опять же, по цене, если доллара переводить в рубли, а не с наценкой какой-то космической. О! Опа. Раз. 4. Заряжай 150 минут его. Ну, ладно, может раскачается, батарея быстрее будет. Как-то. Опа. Вот клиент. А как, куда он убежал? Все. Ну, теперь 100% один живой какой-то. Прячущийся. О, нет, не живой. Еще бот. Вообще какой-то ботный заруб был. Повезло. Так, 28 минут, 54%.
почти целую катку как раз отработаю. Так, что у нас с яркостью? Сейчас посмотрим. 28 минут. Яркость исчезла или нет? Да, яркость он сбросил, я не заметил. 385 люксов. То есть, в принципе, Ctrl-C, Ctrl-V, как и прошлый. Но я не заметил. Очень странно, очень странно. Значит, он сбросил практически сразу, поэтому не заметил. Что, попытаться еще одну катку или в топку, наверное? В топку, потому что что у нас? 53 было у нас. Сколько процентов? 67, 14, 28% в час и двойной сброс яркости. В принципе, результат ожидаем, потому что они плюс-минус все-таки близки. Вот. Что мы имеем? 28% в час поедать смартфон у вас будет. И по яркости 389 нитов. Но это не 250, как у iPhone 15 Pro Max. Вот. Но все равно нехорошо. Видали мы с вами лучше. Дукат, огромное спасибо, что зашел. Глеб, Дизастер, всем спасибо. Магот. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, написать в телегу, что еще купить на обзор, точнее, в комментах. 13 Pro и есть Global, 13T Pro. Нет, китайских версий не бывает. И K60 Ultra — это другой смартфон, вот он у меня лежит. Он даже внешне другой. И девайсу от меня, наверное, да, учитывая, опять же, промокоды, но сколько они будут живы сейчас, еще 2 дня, 3 дня, потом нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!